Доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин, я и мой сегодняшний гость Роман Дунаев, руководитель собственной мотомастерской. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Всем доброго дня. Правда, с нынешней погодой для мотоциклистов не особо он добрый. Малость уточню, я пока не руководитель, у меня есть непосредственный владелец, он сегодня приехал. Давайте тогда сначала. Не руководитель, но один из ведущих специалистов, так хорошо будет, так, да? Так будет правильно, да. Да, Роман Дунаев у нас в эфирной студии, представляет он мастерскую, расположенную в ужасном районе города. Почему мне кажется, ужасном? Это Купчино. Нет, не Купчино, мы на Нарвской. А, на Нарвской. Промышленная, да. Почему? 3 минуты ходьбы от метро, очень живописный район. Да, все, тогда я взял свои слова обратно, но получилось все равно красиво, в хорошем месте. Итак, сегодня мы поговорим немножко о мотомастерской и больше, может быть, о том, что вообще ждет нас в этом мотосезоне. И в целом, ваша оценка так вот заранее, если в целом охарактеризовать, она такая скорее о печальном будущем речь пойдет? Или все-таки как-то выправимся и можно было так попозитивнее думать? Слушайте, ну, я вообще по жизни такой неубиваемый оптимист, что меня всегда спасало. Я все-таки надеюсь, что, как в том анекдоте про два резиновых изделия, все-таки прорвемся. Прогнозы, конечно, так себе, потому что поставщики уже пугают отсутствием запчастей, уже пошли цены расти, соответственно, на все горюче-смазочные материалы, на запчасти. И началась, к сожалению, чуть-чуть такая поганая тенденция, которую застал в 2014 году, во времена, ну, скажем, предпоследнего кризиса. Народ начал экономить. А это, соответственно, влечет за собой отказ от многих трат, которые были ранее. То есть мы переходим до маразма, а давайте мы свечки, которые прошли 40 тысяч километров, почистим, корчеткой обожжем, авось еще поработаю. Ну и колодки тормозные, может быть, наклеить. Не, ну наклеить до этого пока не дошло. Просто приезжали там люди на мотоциклах стоимостью, скажем, больше миллиона, и тормозные колодки скребут уже железом. Я говорю, ну, дружище, ну как так? Ну? А я думаю, что там плохо тормозить стал. Ну, вот, к сожалению. Ну, надеюсь, более-менее. Сейчас вроде цены пошли немножечко вниз. Главное, чтобы поставщики придумали какую-нибудь новую логистику, как таскать запчасти. Ну, дальше будем работать. Слушайте, ну что у нас остается там? Армения какая-нибудь? Армения, Турция, Казахстан, Китай, да. И перспективы, в принципе, то есть надо просто пережить яму, когда такой, ну, вы считаете. Я надеюсь, что да. Ага. Хорошо, давайте непосредственно к вашей мастерской. Есть у вас какой-то профиль, какое-то отличие от прочих других многочисленных? И делаете это только вы, или вы это делаете лучше всех? Ну, скажем так, как и все другие мастерские, мы занимаемся ремонтом. У нас нет упора на какие-то конкретные марки, но, скажем так, берем все. А наша отличительная фишка, такого вроде как нет ни у кого, кто-то пробовал, говорят, не вышло, мы занимаемся параллельно обучением механиков. То есть, ну, не будем говорить громко механиков, у нас есть курс устройства эксплуатации ремонт мотоцикла, то есть 8 занятий, мы пробегаем практически по всем узлам мотоцикла, можно прийти, можно чему-то реально научиться. Это такая платная услуга. Ну да, ну, но скажем разумная, так, в масштабах вселенных стоит она полную ерунду, потому что за месяц достаточно большое время, я считаю, что это недорого. Вы говорите 8 занятий, по 2 в неделю, да, получается, да? Да. Большие занятия, то есть пришел там на несколько часов, ну, да? Ну, скажем, 3 часа, но в 3 часа обычно не укладываемся, обычно позже. То есть обычно я уже стараюсь всех разгонять, когда дома с собакой гулять надо. Говорю, все, ребята, давайте на сегодня будем сворачиваться. Вот, на что делаем упор? То есть это не сухая теория, как в 90% автошкол, где стоит стенд, мотор в разрезе и догадайся, как он работает. Здесь стараемся работать руками. То есть есть мотоцикл, который можно раздербанить, там у нас учебный. Очень удобно для как раз обучаемых в последнее время. Люди тащат свои мотоциклы. То есть можно привезти свой мотоцикл, можно приезжать летом на штучные занятия, можно пригнать на весь курс обучения, оставить у нас, и, скажем, под нашим присмотром вы сами своими руками, ну, где-то моими, естественно, что не сможете, вы переберете. То есть получится для вас по работе абсолютно бесплатно. Ну, слушайте, давайте какой-нибудь пример, какая-нибудь несложная операция, там что-то сломалось в мотоцикле, ну, я не знаю, там двигатель, ну, это, наверное, неудачный пример. А так, вот к весне, вот предыдущие группы, мы умудрились перебрать всю тормозную систему на 3 мотоциклах ученических, перебрать вилку, поменять масло, соответственно, заменить сальники, что мы там еще делали, карбюраторы. Одно из любимых заданий, занятий сейчас обычно на 2 занятия растягивается, потому что пока разберешь, то все показываем, как синхронизировать, как настраивать,
Естественно, там специалистами там, какого-то высшего уровня люди не станут, но как бы вспоминая теорию обучения, делится на какие стадии. Сначала мы получаем знания, потом знания переходят в умения, потом умения переходят в навыки. Скажем так, базовые знания довольно крепкие, как пока практика люди получают. Но, естественно, в дальнейшем, ну, как своих на войне не бросаем, 90% народу возвращается. Наступает лето. Ну, так... куда они возвращаются? К нам? Вы обучили 100 человек, они все к вам вернулись? Ну, вот сейчас вы можете как-нибудь к нам заехать летом, когда тепло, это напоминает такую групповую шахматную партию, когда штук там 10-15 мотоциклов стоит на улице, я вот так вот хожу по кругу и показываю, кому что делать, начальник ходит, ругается, всех разгоню, ну, чтобы не отвлекали. Кто-то приходит, помоги купить мотоцикл, это одна из наших, опять же, услуг. Кто-то приходит, я, говорит, все делаю сам, можно там стрельнуть инструменты, ну, и там будет что-то непонятно, он придет, спросит. Угу. То есть, каждый обычно что-то свое находит, и очень многие потом возвращаются. Ну, смотрите, ведь много рисков получается. Вы запускаете человека на свою территорию, даете ему свой инструмент. Может быть, он, не дай бог, что-то сломает из вашего инструмента, себе там руки-ноги пообдерет, там обо что-нибудь как-то. Ну, все-таки. Не, ну, я пускаю человека не с улицы. Я с этим человеком до этого провел, грубо говоря, месяц обучения. Понятно. То есть, уже я примерно знаю. Что от него ожидать? То есть это, опять же, опыт. Я кучу лет проработал инструктором в автошколе. Меня все коллеги вечно гнобили, говорят, что ты, говорит, с ними, говорит, сюсюкаешься. Я старался делать более-менее индивидуальный подход. Составляешь более-менее психологический портрет человека, понимаешь, что от него можно ожидать. И потом, ну, опять же, и мне с ним работать проще, и он все лучше понимает. Понятное дело, там что-то там совсем сложное, там компьютер диагностический в руки я ему не дам, но или, опять же, я буду стоять рядом. Ну и всех приучаю обычно. Я им на первом занятии в качестве эпиграфа даю историю из Балтийского стрелкового центра. Там висит плакат на стенке, где написано, что лучше тихо спросить у инструктора, чем громко выстрелить себе в ногу. То есть, обычно приучаю к этому. То есть, как только во что-то уперся, любые сомнения, лучше подойди, спроси, как бы. Тебе никто там не будет смеяться, типа, ты это все должен знать, и никто тебя никуда не пошлет. Лучше спросить там 3 лишних раза, чем один раз сломать, а потом прийти и расстраиваться. Слушайте, а то, что у вас написано «Мотогараж Мастер», вот это название, это тоже какая-то история создания бренда? Слушайте, вот это, к сожалению, не отвечу, потому что бренд довольно старый, сочинялся он еще до меня, компания перетерпела множество переездов. Насколько мне рассказывали, вот сегодня пока не отвечу. А вы были автоинструктором и учили юных, и не только, людей обоего пола. Тоже, слушайте, крайне любопытнейшая тема. Действительно приходят люди вообще ничего не знающие, которых там прислала мама, папа или он сам? 90%. Вот совсем-совсем? Да, и скажем так, очень часто с ними было работать гораздо проще, чем когда приходит человек и думает, что он что-то умеет. Или его папа там научил, причем были забавные случаи, когда приходил папа, приходила мама, приходил муж с воплями, а чего вы учите по-другому, а я учу так, и причем всегда удавалось объяснить папе, что он не прав. И с многими папами потом общались, папы приходили там за доп. Занятия, какие-нибудь там гоночные навыки или контраварийку. Вот, работа была очень интересная. То есть я начал не соврать, по-моему, в 2004 году. Я был на тот момент рекордно самый молодой автоинструктор в Питере. Мне еще даже 5 лет с официального стажа не стукнуло. Мне там немножечко через знакомых в ГАИ протащили, чтобы меня выпустили. И как-то втянулся. То есть поймал вот это вот педагогическое удовольствие, когда приходит человек, ничего не умеющий, там, а спустя... Слушайте, а если человек старше, прилично, как они относились к молодому? Первое время, когда вот разница там лет 20-30, не, ну были пару раз приколы, когда на меня смотрит кто-то вот так свысока, типа, а ты мне в сыновья годишься, чему ты меня научишь? Да. Ну, скажем так, ну давайте, я говорю, я вас прокачу. Кроме одного раза вопросы все сразу... Пропадали один раз, только женщина сказала, все-таки нет. Говорит, у меня сын старше вас, дайте мне кого-нибудь постарше. А так люди смотрели, да, все, вижу, умеете. И вообще человек трудно обучаемое существо или как да раз... Да не совсем, нет? На самом деле, нет, бывали такие люди, которых, ну, приходилось говорить, что, дружище, давай так вот, вот пусть тебя возит жена, мама, папа, муж, кто угодно, но тебе на дороге не место. Ну так поначалу вытаскивали практически всех. Угу. Главное, чтобы у человека было желание. Если человек приходит, ему это не надо, ну, бесполезняк, это, конечно, мартышка-интрут, он ничему не научится. Желание есть, хоть какая-то там капля бензина в крови присутствует, остальное все прикладывалось. Ну и, наверное, параллельно еще заметное, не знаю, насколько вам заметно,
занятно, вы молодой человек, но тем не менее, у нас есть и генезис технический транспорта, правильно ведь? Uh-huh. И автомобили стали более управляемые, более безопасные, их стало больше, народ стал ездить медленнее, просто сутолока вот это вот все там прутся, привыкли. Потому, что стало... Ну, пробках тех же, да. Машина стала вот. И в этой связи, ведь это тоже, наверное, накладывает какой-то отпечаток свой, да? Я наблюдал становление вот этого беспредела на дороге. То есть, на мой взгляд, вот беспредел начал начинаться тогда, когда начался кредитный бум и когда придумали ОСАГО. Угу. А еще каршеринг, может быть? Каршеринг это было гораздо позже, это уже следующая волна. Угу. Вот, потому что, ну, ОСАГО штука хорошая, но как только русскому человеку страхуешь его ответственность, у него собственная ответственность обычно улетучивается. Вот. И плюс начались кредиты. Психологические. Ты не копил на машину, ты не зарабатывал. Ты пришел в салон и уехал на машине без первого взноса. У тебя гарантия, у тебя каска, у тебя ОСАГО. И вроде ты уверен, что бы ты ни натворил, придет дядя и тебя пожалеет, за тебя впишется. И вот после этого, вот я просто это наблюдал, начался вот этот вот беспредел, который творится. Отдельная статья. Такси с гостями с ближнего зарубежья. Каршеринг — это как раз апогей всего этого дела. Ну, не знаю. Я вот на дороге на четырех колесах официально только с какого-то 97-98 года. Там километров, у меня все категории открыты. Я на всех поработал по чуть-чуть, там все открывал сам. То есть много смотрел на ситуацию с автомобилями, с мотоциклами, там с высоты туристического автобуса. Да, дураков как бы у нас вот 50 на 50 вот везде. Но улучшается хоть ситуация, на ваш взгляд, или... Ну, непонятно. Честно, непонятно, потому что придумывают какие-то очередные новые каршеринги. Если не найдут какую-нибудь там управу на них, ну, они, конечно, да, сейчас... А сейчас еще электросамокаты, вообще кошмар, да. Ой, да, давайте вернемся в вашу замечательную мастерскую. И, то есть, правильно ли я понимаю, что вы предоставляете услугу самостоятельного ремонта? Да. Человек может приехать, ну, просто нет у него там ключей гаечных каких-то, или там какой-то еще приспособы специальной, и он может это все у вас там, ну, на каких-то условиях все это получить. В голой теории, да. То есть, если это кто-то из моих же бывших, да, проще. Я знаю примерно, что этот человек может, знаю, где он может там накосячить, где за ним надо последить, проблем нет. То есть, приходит там Вася Петя с улицы, ну, там надо, конечно, больше стоять рядом, смотреть, чтобы он мотоцикл на себя не уронил, чтобы он ничего не сломал. В принципе, тоже оговаривается. Угу. Ну, естественно, все это по предварительному, желательно, конечно, договору созвона, потому что когда начинается высокий сезон, так называемый, когда чаю попить некогда, бегаешь, только в очереди стоит, естественно, тут, да, тут уже сложнее. То есть надо делать основную работу, а не смотреть, чтобы кто-то случайно не убил себя. Слушайте, ну у нас, ну, не будем скрывать, вы, наверное, знаете, у нас много программ с мастерскими, и с механиками, и с тюнингистами, и так далее, и так далее. И это бесконечное поле для разговора. Можно ли говорить, что, тем не менее, сейчас вот время такое, одно из пиковых, самое начало сезона, или уже как раз это прошло, уже все уехали? Ну, вообще все зависит от погоды. В прошлом году тепло началось гораздо раньше, чем в этом году, когда оно еще не началось. Угу. В прошлом году на работе начали жить еще где-то с апреля. Сейчас, ну, допустим... И сколько он будет длиться? Ну, примерно. Слушайте, ну, в прошлом году где-то было, наверное, там до июня, там до середины. То есть месяц этот вот отдай и не греши, да? Вот, ну, это вот напряга, подготовка, да? К ремонту. Это замена резины, замена масла, цепи, подвеска, вилки и прочее. Угу. Потом уже более-менее у кого что уже успело отвалиться. И где-то, ну, вот в прошлом году к середине июля пошло уже какое-то затишье. Кто-то уехал в Крым, кто-то еще что-то. А смеха ради, было очень теплое лето. Народу ездило довольно мало, потому что ездить было невозможно. Угу. То есть в полном экипе, как полагается, можно. Я разок проехался, похудел, наверное, на килограмм, да. А в шортах кататься, ну, как-то не совсем правильно. Ну да. Слушайте, а вот эти вот многочисленные, опять же, программы у нас и мнение такое распространенное, что после длинной стоянки мотоцикла, ну, зимней, даже, даже в теплом гараже, там где-то в месте теплого хранения, все равно нужно поменять там масло и много чего, там, вплоть до тормозной жидкости и так далее, и так далее. Насколько это правда, насколько это разводка со стороны мастерских? Как? А почему разводка сразу же? Масло, если оно простояло год в мотоцикле... Почему оно... год? Ну, вот полгода. Ну, что ему будет? Ну, это обычно, да, тема для дискуссии, надо ли масло менять перед сезоном. У меня все-таки было мнение, что... Ой, перед сезоном, в конце сезона. Не надо его менять осенью, спокойно поменяли его весной и поехали в сезон. Тормозная жидкость, ходит она в среднем 2-3 года, ее не обязательно менять превентивно. Есть тестеры для тормозной жидкости. Приезжайте, я не заставлю покупать
померяем, ну, меряется электролитическая проводимость томатной жидкости. Ну, это, конечно, как тест на ковид, там, погрешность у Гугуйской, ну, плюс-минус, с большой вероятностью можно увидеть, тормозуха уже пришла в негодность или нет. Но, тем более, замена тормозухи, я не скажу, что это такая прям дорогостоящая операция, чтобы там на ней экономить. Больше пугает, когда народ начинает экономить на резине. Когда объясняешь человеку, и регламент технический, что моторезина ходит там определенное количество лет, и показываешь, что вот моторезина, посмотри, говорит, какой протектор. Я говорю, ты загляни, вот в ламеля там уже все в морщинах, то есть резина просто расслаивается. А как понять, действительно, если внешняя она такая? Она, прямая... она даже не внешняя. Ну, внешняя она, ну, может что, увеличительное быть... стекло взял, посмотрел. Нет, там обычно как... видно без стекла. Плюс ее достаточно потрогать, она дубовая становится. Угу. Вот, она вроде протектор такой, что можно там, не знаю, землю пахать, но по факту эта резина плюс 30, можно забивать гвозди. Хорошо, так а что в этой связи можно было бы сказать нашим слушателям? Давайте напугаем в хорошем смысле. Что может случиться? Известный гонщик-журналист господин Диваков, в свое время была у него фраза, что резина — это половина автомобиля. К мотоциклам, естественно, это относится нисколько не меньше, потому что с машины нельзя упасть, с мотоцикла упасть можно. Еще не помню, кто-то из великих говорил: не экономь на том, что связывает тебя с землей. На резине, там, ну и в частности на обуви, но это уже как бы не тема сегодняшнего обсуждения. Ну, можно сэкономить где-то, может быть, на внешнем виде мотоцикла. Обшарпанное сиденье или там мятый бензобак, это, конечно, не эстетично, но это не влияет на управляемость. А когда вилка уже 2 года без масла и резина, где можно в трещины палец просунуть, ну, скажем, вот это безопасно. Ну что может, тем не менее, лопнуть, что? Что, спустить неожиданно? Она что? Не будет держать просто дорогу. Где-то что-то на повороте, даже вроде угол никакой, скорость никакая, просто поймаете. То есть ты хорошо, если поворачиваешь и падаешь, и да? Все. Да, резкое какое-нибудь торможение, потому что, ну, каждый приходит, я езжу аккуратно. Я говорю, ну, ты же не один на дороге. Если бы ты один на дороге ехал аккуратно, это было одно. А когда перед тобой какой-нибудь каршеринг из двора выскочит или поймает там сигнал из космоса и тормознет на ровном месте, а сзади ты весь такой красивый на дубовой резине. И тормозного пути просто не хватит, или просто упадешь. И ты как шайба превращаешься, да? А самое дорогое железо, к сожалению, это не то железо, из чего сделана рама, а то железо, которое к нам вставляют там вместо костей. Вот то железо несоизмеримо дороже, и лучше до него не доходить. Слушайте, в этом году уже есть у вас первый урожай таких битков? Да, к сожалению, у нас один клиент от нас купил мотоцикл, мы ему привели все в порядок, он отъехал до метро ветеранов, а там ему не повезло. То есть прямо вот сразу, прямо от вас ехал? Ну, он пошел объезжать пробку по разделительной, какому-то неадеквату на Мерседесе не понравилось, он его как бы шуганул тут на встречку и улетел под маршрутку. Благо сам живой, но мотоцикл как бы да. Сезон закрыл на какое-то время, вот отъехав 8 километров. Роман Дунаев у нас в эфирной студии, мастерская «Мотогараж». Это у нас какой район города считается вообще? Юго-запад, да? Или как? Ну, станция метро «Нарвская», да. Это что у нас, да? Ой, надо Яндекс.Карты. Ну, ладно, не суть важно. Короче говоря, с той стороны Невы. То есть, да. Не с северной части, а как бы. Почему? В южной части города. Мы сейчас получается. Это самое. Ну да, с этой стороны. Мы на той же стороне еще находимся. А, ну да. И говорим мы сегодня о разных аспектах. Очень любопытен тот ваш тезис, что вы берете мотоциклы любых производителей. И это, конечно, повергает, с одной стороны, в восхищение, с другой стороны, в подозрение, что в подозрение о качестве ремонта, потому что ремонтировать, например, Голду, да, это отдельная совсем история, да, совсем другой Харлей. Кажется. Но многие так говорят, что многие вообще не берут мотоциклы там каких-то хитрых таких там Дукати всяких. Не, там, ну, допустим, только смотря какой ремонт. То есть Дукати обслужить тормозную систему, перебрать вилку, поменять резину — не проблема. Недавно звонили, предлагали отрегулировать дисмодром. Тут, честно скажу, мы отказались. То есть я отправил к ребятам на Петровскую косу, вот там действительно делают хорошо. Я у них был по другим вопросам. Мы там одному ученику смотрели спортбайк, посмотрел, как ребята работают. Да. Всех итальянцев мы просто отправляем к ним. Ну, как выяснилось, что практически все итальянцы на серьезные там эти самые работы по мотору в любом случае попадают туда. Вот. А так, ну, иногда приходится отказываться, когда нет какого-то реально специфического инструмента. Ну, Харлеи приезжают, ну, скажем, не часто. То есть, ну, Харли Дэвидсон, как я понимаю, ремонтируется достаточно несложно, потому что он сконструирован так, что там ко многим узлам доступ не очень сложный. Нет, там, но, да, там единственная отличие... специфика, что там все японцы, все европейцы инструмент метрический, там все головки, все ключи дюймовые, это у нас все есть, но обычно просто Харли Дэвидсон, насколько я понимаю, 90% владельцев ездят как-нибудь
специализированные клубные сервисы. Ну, как бы, да. У нас, ну, 90% ремонта, конечно, это японцы. Бывает геморрой с китайцами. Потому что, ладно, когда что-то более-менее, скажем так, распространенное, когда какая-нибудь однодневная китайская марка, которой вообще нет в каталогах, которую не знает интернет, тут бывает проблема с запчастями. То есть приезжает какой-нибудь, допустим, Wells, какой-то Wells Trophy, был такой чоппер там для младшего школьного возраста, он выпускался, насколько я помню, чуть ли не полгода. Ну, скажем так, на него запчасти найти невозможно физически. Вот, то есть приезжал человек, ребята, поменяйте цепь, мы ему в звезды подбирали, просто снимали старые, смотрели размер ступичного отверстия, смотрели разболтовку там, как она крепится к колесу, и просто подбирали вот по каталогам, потому что каталога на этот Wells просто нету. Вот, ну, в связи с кризисом прочего, сейчас попер к нам этот Bajaj. Да, а что скажете, кстати, про эту марку? Довольно-таки такая... Слушайте, как я их называю? Харе Кришна я их называю. В принципе, скажем так, за эти деньги штука вполне неплохая. То есть для человека, как первый мотоцикл, там без каких-либо гоночных амбиций, то есть если у него выбор взять сильно ушатанный CB400 или взять вот этот Bajaj, да, CB400, он, конечно, будет поинтереснее, он менее скучный, он там, как говорится, такой весь олдскульный, ламповый, карбюраторный. А из серии, ну, годик пооттачивать навыки, потом его продать, ну, вполне... Он выглядит как бы так гораздо дороже, чем он есть на самом деле. Рулится на самом деле он вполне неплохо. Ну, даже вот какой-нибудь там Доминар 400, даже немножечко пытается ехать там на свои деньги, на свою кубатуру, на свою мощность. Так что вполне. А тюнинг моторов, вот у нас Слава Басмачи, большой профессионал в этой области, много передач интересных от него можно услышать в нашем эфире, такие они технически насыщенные, и видно, что там люди занимаются этим с удовольствием, у них стенд там и так далее, а у вас как, делаете что-нибудь подобное? Не, ну здесь ситуация какая, заниматься надо, вот как Слава, либо только вот этим, либо всем остальным, обычно, когда приезжают люди, ничего не понимающие, я их от какого-либо тюнинга отговариваю. То есть как вот моя позиция, что, допустим, лучше тюнинг 400-ки, это продать ее и купить 600-ку. Вот, если мотоцикл серьезный и хочет заниматься, и ты понимаешь, что это такое, да, да, вполне. Ну, опять же, как, смотря каким заниматься тюнингом. Тюнинг бывает каталожный, понавешать из там, каталогов заводского, не заводского тюнинга что-то там для улучшения внешнего вида. А если, допустим, то же самое лезть в двигатель тюнинговать, там действительно много их отправляем к Славе. Кто-то ездит на японцах в город Ковров, не помню, всего летает из головы фамилия, известный дядька. Нужен динамометрический стенд для полной этой самой настройки всего этого дела. То есть это нельзя делать вот из серии где-то вычитал в интернете, что если прикрутить вот так. Нет, ну знаете, вот, как там... в интернете, пошаговая инструкция, YouTube, нет, все показывает. Нет, нет. Возьмите тонкую нет, отвертку. Не надо. Вот не надо. Вот это не надо. Очень часто приезжают люди после таких тонких отверток. Там, когда в интернете появляется какая-нибудь прошивка для мотора, универсальная, у вас мотор поедет. Да, ребята, уточните, сколько он после этого проедет. То есть это мы сталкивались еще во времена, когда автомобилями занимался, когда там люди заливают прошивку, и мотор дохнет буквально через 1000 километров там от... Начинаешь потом расшифровывать топливные карты и думаешь, а кто это вообще писал, как вообще это работает. Ну вот, да, понятно, там если там тюнинг моторный, это поставить Power Commander на нормальные заводские агрегаты, ну, в смысле заводские, когда там приезжает Harley Davidson с штатным мотором, притаскивает выхлоп, там Vines Heinz такой же впуск. Да, можно, в принципе, без стенда залезть, скачать программу именно вот под эту конфигурацию сайта Power Commander или там Fuel Pack, смотри, что там будем ставить. Да. Ну, такие работы, скажем так, нечасто. Когда кто-то приезжает там с карбюратором, ну, в прошлом году строили мы довольно интересно X4, а я все время сам плотником занимался, у меня был Honda X4, причем довольно серьезно, скажем так, прокачанный. Тот человек что-то делал по образу подобию, ну... Да, что-то вроде более-менее получилось. Единственное, у него пропал вот этот шарм вот этого X4 в виде там тяги на низах этой паровозной. Ну, получился мотоцикл, который там, ну, скажем, более-менее там прямо пуляет. Ну, вот у него нету вот этого тепловозной тяги на низах. То, что было раньше, ну, появился еще бешеный расход топлива, все как полагается. Его предупреждали, сам захотел, проблем нет. Слушайте, Роман, а вообще в обществе, в мотосообществе как-то остается константой вот это количество людей, которые хотят именно что-то сделать с мотоциклом, проапгрейдить как-то вот его, или увеличивается процент? Сейчас, к сожалению, пошло уменьшаться. Нет, потребительским сейчас автопроизводители, мотопроизводители диктуют эту штуку.
штуку, по-моему, перестали делать мотоциклы интересные, стали делать масс-маркет. Очень сильно подгадило нам наше правительство в прошлом году этой статьей 12.5.1 за незаконный тюнинг. У нас еще более-менее тихо. Я вот с Камара-клубом переписываюсь. У меня много друзей в Москве. Что творится там, там могут поставить. Вы имеете в виду автомобиль? А вообще транспорт? И по мотоциклам тоже, да. У меня в прошлом году у брата пытались отобрать мопед. Ну, у него мопед, да, скажем, было за что отобрать. Там это когда-то был 150-кубовый китайчик, там уже с самодельной рамой, полностью другой подвеской. Нет, он абсолютно безопасен. Он сварен шикарно, красиво едет, но, естественно, стояла передвижная лаборатория, сказали, ну, дружище, ну какие тут 50 кубов? И все. Ну, благо, ехал мимо, с гаишниками договорился, ему его отдали под обещание, больше никогда на нем по улицам не ездить. Поэтому сейчас вот все вот эти переделки, ну, могут плохо кончиться. Я сам, да, каюсь, грешен, мотоцикл ставил на учет через знакомых, потому что иначе бы пришлось ставить родной выхлоп, родной руль, там фонари, как мне объяснил инспектор, я бы, естественно, тебя не пропустил. Ну вот. А сейчас говорят, что даже инспектора заставляют фотографироваться на фоне мотоцикла. Да, да. Во время постановки на учет он фотографирует. Да? Ну вот, меня фотографировали тут через квартал отсюда, когда проходил, делал диагностическую карту, и потом при постановке на учет, естественно, все это было сфотографировано. У инспектора висит этот самый типа видеорегистратора на груди, и он все это дело фотографирует. Не, как объяснили сами гаишники, ну вот у нас же задача какая, надо забрать кипучую деятельность, поступила им сверху разнарядка. Вот сегодня принесите столько-то протоколов по незаконному тюнингу. И вплоть до того, говорит, мы же, говорит, тоже не идиоты, мы лезем в интернет, смотрим, о, нормально, завтра сборище субаристов на Дворцовой, мы всех в коробочку, а что субаристы сделали? Ты, говорит, когда-нибудь СТИшку видел в стоке? Я говорю, все понял. Не видел. Да, кстати. Да, то же самое здесь. То есть, боюсь, как бы не начали эти злодеи устраивать облавы там на всяких мотофестах. А действительно, люди ведь пишут там ВКонтакте, да, создают страничку, встречу. Ну вот, то есть, как советовали сами гаишники, ну, в свое время у меня брат занимался плотненько, скажем, тюнингом японских автомобилей, и было гаишники отлавливали все эти бот-журналы на Drive2, на других автомобильных порталах, где человек расписывает, как он в BMW воткнул тойотовский там этот самый GZ, ну, потом его берут на улицу и говорят, дружище, открывай-то капот, показывай свой GZ, и сейчас поедем на штрафстоянку, соответственно. Как бы ни начали. Надеюсь, все поутихнет сейчас. Более-менее правительство другими вопросами занято. Так что будем ездить. Да уж, действительно, да. Слушайте, а вы как относитесь к этому? Вот если бы вы были правительство, вы бы на это дело смотрели сквозь пальцы? Слушайте, вот эти игры все, они чем чреваты? Нет, ну, скажем так, нельзя всех под одну гребенку. Допустим, ну вот в свое время по поводу тюнинга мотоцикла, еще когда на мотобратане, я помню, что-то читал, не помню, какой был год, по-моему, 10-11, сочиняли этот самый слоган в защиту прямотока. И там мне понравилась фраза «Мотоцикл слышно, чтобы видно». Да, вот на самом деле, как в меру хороший прямоток, автомобилисты тебя хотя бы слышат. Вот сам я такой же, я не могу ездить на фуллстоке, надо хоть как-то из толпы выделяться. Ну, опять же, тюнинг есть разумный. Я бы больше заставлял гаишников заниматься. Вон едешь по городу, едет какой-нибудь ВАЗ-2105, как я их называю, ближе к Аллаху, который мордой в небо смотрит. Я больше вот на них бы внимание обращал. Вот эта машина. Или на тех, кто по телефону говорит. Ну, тех, кто по телефону, да. То есть, тюнинг там реально небезопасный. А когда как бы народ продуманно, совершенно технически как-то улучшает свое транспортное средство, почему бы и нет? Можно было как-то облегчить сертификацию всего этого дела, а не как у нас, пока там денег не зашлешь, там ничего не поменяется. То есть, а у нас пока пытаются всех под одну гребенку просто вместе, да и все. То есть, какой мы делаем вывод для тех, кто хочет тюнинг себе сделать на транспортное средство? Не, ну, все должно аккуратно быть продумано. Главное, не навреди. И не светитесь. Ну и да, светиться по минималу. Среди своих только. И все. Так, хорошо, слушайте, мастерская, давайте коротенечко уже теперь, сколько лет, давно существует? Слушайте, по-моему, больше 10 лет, потому что они базировались сначала возле рынка Юнона где-то в гаражах, потом долгое время были на Софийской, 4 как раз года вот на Нарвской, я там 3 года получается. А виден какой-то, ну, опять слово генезис хочется применить, какое-то развитие, увеличение, больше мастеров, больше постов у вас внутри как-то? Ну, или наоборот, она скукоживается как-то? Не, не скукоживается. Ну, здесь что? На Софийской я там не был, но места там было больше. Но, с другой стороны, здесь чем удобно, 3 минуты ходьбы до метро, то есть человек приехал, оставил мотоцикл, ему не надо думать, как он выберется там на такси, не на такси.
Иногда на что не хватает, не хватает места. То есть мне бы какой-нибудь там уголок под мехобработку, где поставить там пару станков, где можно там пилить, резать, варить. Ну, как бы я это все умею, иногда хочется заняться, но когда рядом стоят клиентские мотоциклы, пилить болгаркой как-то не совсем красиво, поэтому очень часто, как раз зимой, когда есть куча свободного времени, заниматься каким-нибудь кастомайзингом, ну, получается проблематично. Вот. Ну, пока сидим на этом месте, пока переезжать вроде не собираемся, расширяться там, к сожалению, пока вроде некуда, но будем на эту тему думать. Слушайте, ну, бизнес приносит или так себе, или перебиваетесь? Слушайте, или да вокруг... вроде более-менее. Вот прошлая, вот эта вот зима, вот предыдущая была на самом деле лучше, чем позапрошлая. То есть что-то перенастроили рекламу. У нас по осени в перехлёст шли две подряд группы. В принципе, все было хорошо. Вот сейчас, кстати, в следующей неделе запускаю уже юбилейную по счету, 30-я по счету группа с 20-го года. То учеников? Есть, да. Слушайте, вот посчитать в среднем 4-5 человек в группе, 30-я по счету группа, да, уже много людей обучили. А где все эти люди трудятся, работают? Совершенно разношерстная компания, что по возрасту, что по занятиям, кого только не было. То есть по возрасту самый молодой у меня был сын бывшей ученицы, ему было 16 лет, а в обратную сторону в прошлом году, ну, бабушка говорит, некорректно, женщина, ей было под 70. Ого. Причем я сначала подумал, на что она пришла. Она купила себе Баджаж Боксер, а она технически была настолько прошаренная, то я что-то им рисую, тормозной суппорт в разрезе, я говорю, хоть что-нибудь понятно? Она говорит, слушайте, а я вот видела, что вот вы там канавку нарисовали квадратного сечения, а я вот видел, она бывает трапециевидная. Опа. Да, да, да. Вот. Непростая. Да, как мы обычно шутим, если в группе появляется девушка, я говорю, так, единственная проблема, первые там несколько занятий будет, скажем так, сложно какие-то простые вещи, инструменты называть какими-то простыми именами. Все хихикают. Тут, когда занималась бабушка, да, это у меня был месяц без, скажем, фольклорного русского языка, месяц без пошлых шуток. Ну, как-то пережили. Слушайте, ну, святое дело. И действительно, чтобы кто-то обучал механиков, я, в общем-то, особо не слышал. В частном порядке, там где-то под мастерьями, где-то в каких-то мастерских, потом со временем как бы там растут. А у вас прямо конкретный прямо бизнес по обучению. Это очень круто получается. Ну, самое главное, людям нравится. И, скажем, я считаю, что какая-то польза от этого есть. Ну что, будем тогда прощаться, наверное, на сегодня. Вам огромное спасибо, удачи вашей мастерской. Спасибо. Я напомню, что Роман Дунаев у нас здесь в гостях. Человек, который был много кем уже за свою непродолжительную пока жизнь. Был автоинструктором, был и остается и преподавателем, и механиком, и так далее, и так далее. Спасибо вам, приходите к нам почаще. Из тех краев у нас не часто бывают. Заходите. Спасибо. К нам, да. Удачи, до свидания. Вы слушаете Моторадио.